Отец Небесный, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за нашего Машиаха, за то желание в Твоем сердце, чтобы иметь с нами близость отношений. Ты отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует в эту благость и милость с Голгофского креста, не погибал, но обретал вечную жизнь с Тобой. Спасибо Тебе, драгоценный Иешуа, что Ты был послушен до смерти и смерти крестной, до Голгофы, донеся свой крест до конца. Ты сказал, что свершилось. Претерпев, как все проклятия, боль, ненависть, зло, наказание вонзилось в Твою плоть. Вся тьма, накинувшись, хотела расправиться с Тобой за грехи наши и за проклятия наши. Но Ты воскрес на третий день. Смерть и ад не смогли удержать Тебя. Ты воскрес и принес нам новую жизнь. Ты принес нам благую весть в том, что мы прощены, что мы можем приблизиться к нашему Творцу, что мы можем иметь примирение и прощение наших грехов. Мы можем быть свободны от полагающихся нам наказаний и проклятий. Мы можем иметь жизнь и жизнь с избытком, жизнь вечную через жертву на Голгофском кресте, через эту кровь, которую Ты пролил, и мы молим сейчас, Господь, вспоминая о Твоей жертве, благодаря Тебя за верность Богу Отцу, за любовь к каждому из нас. Благослови, да будет это плод виноградной лозы, кровь Твоя, проливаемая за нас. Да будет этот лехем, тело Твое, ломимое за нас. Позволь нам причаститься, прости нам грехи и долги наши, как и мы прощаем тем, кто согрешает против нас. Прости и помилуй, Господь, пусть наши сердца наполнятся той любовью, которая есть в Тебе, тем прощением, которое есть в Тебе. Пусть зло и тьма не наполнят наши души. Закрой, помоги нам сохранить, чтобы мы не утонули в этой злобе, ненависти, страхах. Дай нам эту свободу через то, что мы будем причащаться и приобщаться к телу и крови Твоей, Господь, во имя Иешуа. И весь народ причащалась, говорите Богу спасибо и славу. Yeah.
принимаю, подержу, ты возьми, причастись. Пусть Господь благословит, очистит и приблизит. Благодарим Тебя, Иешуа. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Хаг Суккот Самеах, друзья. Отдельно. Да, можно уже нажать.